Так, всем привет. Начинаем стрим по контре очередной. Сейчас будем крабить, включаем Тора. Привет, Тор. Здорово всем. Не знаю, что из этого получится. Ну что, мы как хотим? Мы хотим все концовки, да, пройти, по сути. Кстати, у меня к тебе такой же вопрос. Ну, чтоб все знали, чтоб я тебя запалил просто. Это. Ты хотел сделать квик, я знаю, как это легко сделать. Заядрила ваша контра. Вот. Смотри, короче, доходишь до этого чувака, делаешь lost connection и сейвишься. Сейв будет работать. Так зачем? Тогда мы не сможем вместе допройти. Ну а зачем допроходить? Выберем другую концовку. Ну можно. Ну короче, давай как-то по ходу уже дело будем разбираться. Я все равно буду собакой играть, так что будет крабизнь в высшей степени. Как-то фан. Опозориться полностью можно только в центре. Вот, все. Ну да. А без этого-то вообще стрим не стрим, если стример не опозорился. Ну да. Кстати, как там по громкости, я не знаю, нормально? Ну я не знаю, я тихо говорю, потому что, ну, ночь за окном. У меня главный эмулятор синхронизировать по звуку с тобой. Потому ну, что... это я не знаю, я примерно всегда настраивал. Ну, я тоже, ну, фиг знает. Блин, сейчас я в настройках музычку включу. Ну, вроде. Хорошо. Где эта музыка сейчас появилась? О. Так, ну вот музыка примерно на середине громкости. Ну-ка, а ты что-то говори. Ну хотя пишет норм, в принципе. Но там звуков... ну там картошка пишет норм. А, ты явно громче музыки. Ну прям явно. Так что все норм. Ну-ка. Да, настраиваем звук на стрим. Что теперь поделать? А, ну да, сервер же надо запустить, что-то тут. Кстати, как у нас пинг-то? У тебя же нет там уже вообще дно. Да я не знаю. Ну давай, пробуй. Ну ты айпишник. А, помнишь, тебе остался что ли? Ну он же в бит так и остается. Да. Я так. Понял, короче, еще одну проблему. Фузиона, он на каждую сетевую создает свои настройки клавиш. Блин, реально захватка его кофина. Я же перед стримом настраивал, что он слетел-то. Странно. Опс, пека, это опс. Нифига подобного. У меня ничего не слетало, пека. Привет, Беляр. Хотя не знаю, почему Беляр, вообще-то Белджар. Потому что я это Y и A. Ну ладно, неважно. И Джокер, не знаю, привет. Для меня он бильярд. Так, а вот пинг, смотри, скачет до 78 где-то. Ну нормально, 83 так оставлю. И лоу соединение. Ну, короче, попробуем. Хомячок, здорово. Просто Костабрик называет бильяром, но я как-то, ну, раз он называет, наверное, правильно. Да я так его тоже называю. Мне кажется, для меня центр растянуто. Где? А, не, он же не растягивается, да, давай, все, я готов. Ну все, то поехали. Так, ну я понятно, кем буду играть, а ты выбирай. А я вообще буду рандомом. Ну тебе только робота нельзя. Потому что, ну ты понял, почему. Не, давайте рандом, вы че. Да ты еще по-любому робота выберешь. Я вообще молчу. Да по-любому рандом. Короче, скипаем второй раз. Я так и поверил, что рандом робот выпал. Не, у тебя сейчас смотрю просто в чат. Оп. Шева так, шева че. А, ты будешь оружие тоже брать, да? Ну давай. Я не, все буду не брать. Хочешь протаскивать меня? Нет, я не протаску. Я не такой, я таким не занимаюсь. Я буду экономить патроны. Смотрите, видите, он стреляет. А мне начальство сказало экономить патроны, чё. Только ну, тут не сливайся в самом начале. Я чё, сливался когда? Вот ты говоришь, что здесь любишь сливаться, тебе по кайфу. Удаляй. Не, ну ребутить нет. В приторе ребутить нельзя, нет. Блин. Чё вы, ни в коем разе. Ты А забрал. Д за... забирай. Нафига мне Д? Пушка какая. Мне Д вообще не уперлось на этом уровне. Да, с дышки вот эту выноси, накапливай, выноси, снап, давай. Снап, я всегда играю псом, только псом. Все, давай, накапливай, привет, говори. Снап договор. Да накапливай, да зачем? Че, мы так не убьем, что ли, лоу? Давай, сразу стреляй и пробегаем. Вот и все. Надо шканулить патроны. Че, не усиленно, потому что мы на этой закрадем.
Ой, ты не увидишь, что будет. Ой. Он на что туда стреляет? Я пытаюсь убить стенку. Что? Ах да, КГ. В смысле, опять флеш убивает? Да нет, так это же не у снапа было. Спрашивает, что не мужик? Ну потому что нарандомило Шелла. Ну да. Я уже и сам забыл, почему. Ну потому что я рандома выберу. Так. Ну, главное, подката не срить на боссе-то. Не, ну мы уже по одной жизни потеряли. Ладно бы кто-то один потерял, но мы оба потеряли, причем в один и тот же момент. Да вообще, яу. Хоть десяток. Нет, еще все, забирайся, все. Я не кастабрит, мне оружие не надо. Нет, почему? Ты сказал, что ты с оружием играешь, значит тебе оружие надо. Пушка сейчас перепрыгнула просто. Последнее дыхание было. Я? Да я. А. Не знаю, вот этого босса плохая идея с Б убивать, честно. Вот я пробовал с Костабриком. А урон что-то не сильно увеличивается, зато опасность очень сильно увеличивается. Да какая тут опасность там? Ну я сливаю просто из-за этого жизнь, потому что близко стою слишком. А он криво ходит, когда он это оружие, ну ты знаешь. Он же дергается. Ну, мне не хватает скилла, чтобы вот это учитывать это сильно. Не, ну ты играй под себя, да ё, вообще я. Я кривой. Да вообще не маверно кривой. Вот главное, чтобы он не затравил тут с этим подкатом, ну, раньше да, времени. Вообще. О, вторую не стал делать. Ну чё, мне вообще всё равно куда идти. Сейчас тут интересно, не, пускай жмакают. Да давай это вначале-то пойдем по той концовке, которая костабриковская, чтобы я сейв сделал. Потренить, что. Ты мы же так вначале вроде стрима договорились. Ну давай. Ну я потом не затащу, конечно же, когда ты отпетишься. После босса. Что, я не понял, я тебе запишу первую половину игры, как волком проходит дни на вроде меня. И, ну, как обычно, начинает Нина там. Типа, ну, типа, ну, снап, типа. Кстати, он, хорошо но... прошел, я помню, он не записывал. Тогда. И тебе после больше будет стыдно. А при чем тут больше, я не очень понял. Нет, экономим, пацаны, патроны. Начальство сказало, все экономить, что. Сегодня только играть очень экономно. Убиваю одну. А огнемет достанет. Не, не огнемет. А, достанет, да? С кулака бей. С кулака? Да. Да нет, иди чуть назад. Он достает нормально. Так кулаком вниз-то нельзя. Нет, тебе не нужен вниз. Все, со следующего. А, что лазит-то, лол? Да что ты лазишь, лол? Бей, все, сейчас на повороте. Вот я просто тут с Б никогда не бил. Да чуть ближе подлезь, вправо. Ну все. Ну короче, он выносится с одной фазы. Если что. С кулака. Да тут с дэшки я бы упил. Ну нафиг, я не хочу таких приключений. Не, ну должен же подаван обучать ученика. Ты ж не кастабрик какой-то. И обучаем. Ну я кастабрик это в принципе научил кое-чему. Он же, видишь, проходит. А до этого да. Он не мог. Значит, ну, по-любому же. Откуда это появилось? Ну, может быть, сам, может, сам научился. Но хотя некоторые места явно видно он... Сомнительно очень. Некоторые места явно он проходит так, как я говорил. Например, спамить в дубинке стал. Ну, ему, правда, в чате еще подсказывали. Ты берешь все. Ну, давай, я все возьму. Он, ему в чате тоже подсказывают, в принципе, да. С ноги дверь. Не помню, в какой там игре. В резиденте 4-м или где-то можно было аккуратно открывать дверь, а можно было с ноги выносить. Так и я с ноги не просто... Не помню. Помню его и Resident Evil 4, но не помню эту особенность. Какие они страшные. Бежим. Юзай тактику побеждает, чё. Вообще, мне кажется, зря сделали вот такую штуку, что можно просто пробежать. Да. Чуть тебе пульку не напоролся.
Лучше сделай, чтобы там нельзя было просто пробежать, по-любому надо было отстреливаться. А то, блин. Ну, тупо, что есть момент, что нет. Даже не важно, даже если у тебя пульки. Хотя бы. Хотя бы осложненные контры по-любому там, да? Ну чё, давай. Торич любит себе этот, как его, острые ощущения, поэтому сидит Ерпи, честно говоря, страдает. Чё-то ты Китти-то 10 фаст так и не выжил. Да чё-то вообще... Не, честно, бомбануло немножко. Там такой изич был, и я запорол просто. А, нафига я ушел? Хороший вопрос. Ну тянка она слабая, чё? Мари Снап говорит, Б-шины самое удачное оружие во всей игре. Возможно, оно мощное, но я не умею им пользоваться. Сам полезный. Ну так, мне тоже получится. И не умею с Б-шки стрелять, вообще шины не очень умею играть. Как-то с Озерона тащу и Ашки. А, это был сарказм, если честно, я вообще не распознал. Я тоже. Оружие мощное на самом деле. Да поверни же. Да оно кустики ваншотит. На третьем левеле, кстати. Какие кустики? Ну, цветочки, которые высовывают. И стреляют в небо. Там всякая ересь на тебя прилетает. А, на четвертом уровне? А, ну или на четвертом, я чё помню, что ли? Ну это мне и так нужно. А то я думаю, странно, мы сейчас на третьем уровне, какие дискуссии. Да я что-то попутался. И что-то сижу, где-то загрузился. Загрузка. Блин, там, если слышно звуки соседней комнаты на стриме, то скажите, я ответил. Ушко. А ты как это слился? Да только что выстрелили, ну... Как ты говоришь, когда ложишься от машины. А, ну да, да, я-то вот эту уже штуку-то с костопиком на тренинг. Вначале тоже сливался. Не буду стрелять. Чё, говорит, он столкнулся, подгрызет робота, но остальные как будто девицы не играют. Снайп пишет. Да я 100 лет не играл, я вообще днина такая. Сам себе удивляюсь. Как я еще живой остался. Привет. Привет, Рексарис, что ты мне, блин, еле прочитал, нет? Да, всем привет, пацаны. Говорит, хороший звук был. Вот видишь, людям нравятся другие звуки. Тени уже настолько привыкли к игре, что им подавай другие звуки. Не буду снаповскую стратегию тут использовать, что-то она на меня не вообще очень... не работает, короче. Ну, как бы работает, в принципе, у меня со своей стейта получалось, но только со второго раза, идеально. Вот это идеально, я согласен. Что вообще за денёк? Какой он хитрый, а? Всё экономим же точно. Да... Я продвинул экран, да, походу? Блин, мы сейчас еще продолжение можем слить. Да фигня вопрос, что бы и не взять. Я люблю все брать. Мне все нужно, я все бегу, я жадный. Ну мне бы А взять вот здесь лучше. А, тем более у тебя есть. Да у меня все есть. Ну это тебе явно. Ну Б ты берешь. Кстати, вот с Б здесь очень нормально дамажит, не знаю, что тебе не нравится. С Бэшки? Да, она же сильная, а попадать это вообще нечего делать. Не знаю, что она не делает. Я стрелу не убил. Вот это посол. Я, по-моему, зря не убил, да, стрелу? Мне так что-то кажется. Да, ты зря, я очень зря не убил. Блин, а как же я затащу-то без А? Да чё там без А? Лупи этим, Ашкой. Ашкой лупи. Смотри, Декардафан там написал.
Если так идеально будет, потому что вертолета затащу, я думаю, а вот это бы я мог... С дэшки вали, с дэшки вали, тебе не достанет. Ложись и вали. А что, один удар? Да, что там мимо? Я должен это без смерти затащить, с костоликом 100 раз. Но это, черт возьми, так опасно. Ну так что лучше не надо. Ну я не рискую, обычно Сашки вали. Лучше медленно, но верно, чем валить черт знает как. Как это произошло? Я не знаю. Я просто не прыгнул. Фиданул. Вы посмотрите на эту днину, просто я не знаю. Да не, Снап, ну я понял, что там за гифка. Я-то видел, а я же говорю, что работает, но только она... Там очень точно нужно попасть, а у тебя, возможно, уже рефлекс выработался. Там нужно очень точно как-то подойти, потому что у меня получилось только с третьего, по-моему, раза. И то есть как-то и потом перестало получаться. А если бы прыгал, было бы как-то продуктивнее. А, то есть нам считают, что там все-таки надо было прыгнуть. Возможно. Да что ж такое? Ну короче, вам не везет, почему-то всегда робот выпадает. Сколько ни кручу. Это судьба, наверное. Но мне на самом деле очень тяжело без Q. Это, соответственно, кто не понял, это... Без чего? Без шота на Q. Потому что каждый раз настройки разные. Ну какой Q? Ну Q это у меня X, Y, Z. Да, все поняли, Верхняя панелька. Короче, стрелы сразу убиваем. Ой, вот это мне больше всего надо вообще. Ладно, короче. Что делать? Я погнал отсюда. А вообще, да, мы вначале хотели не на стрим играть, но потом что-то подумали, Снап опять обидится. Да. Что ж ты делаешь так же, как главное, я? Главное, что синхронно. Что ж ты делаешь так же, как я? Ну зачем? Ну ха-ха. Что мешало, Снап, когда ты заходишь в настройки Джоя, рассинхрон тут же случается. Это надо было перед стримом он имеет в виду. Это как? Еще раз говорю, перед стримом. Каждый раз при коннекте меняется управление. Вот. Каждый раз, когда я буду заходить в настройки, я управление буду выставлять, и будет рассинхрон, короче. Как это дело-то? Не знаю. Блин, что за бред? Разве он задевает? Задевает. Я никогда об этом не знал. Да не задевает он. Вот видишь, сейчас не задело. Тор гонит, написано в чате. Но тебе показать, что у меня сейчас стоит трехкнопочный джой. У меня сейчас стоит трехкнопочный джой. Ну, так на трехкнопочном не будет тебе икса. Когда я выставлю перед стримом, он снова поменяется при коннекте еще раз на трехкнопочный. Ну и нафига мне нужен трехкнопочный, честно. Мне приходится через АБ. Да что такое? Что-то я стал уже сам путать эти фазы. Мне кажется, он еще один раз должен был левее. Так, боюсь, что заденет, конечно. Да я 10 раз уже это проверил, Снап. Я не знаю почему, но глюк может у меня какой. Да бери жизнь, конечно, чё ты паришь. Не люблю я фьюжн, но... Мы сольём сейчас тут континью на обезьяну? Чё? Сейчас сольём на обезьяну? Нет, так же медленно. Я прикрываю, ты аккуратно берёшь все оружие. Всё, иди беги аккуратно. Угу. Да что я за пушку делаю? Что я только что сейчас сделал? Криктофан, ты на меня плохо влияешь. Только что как Криктофан хотел весь уровень пройти. Просто удаляй. Не, давай, беги. Беги только шустро. Все, сейчас я подойду. Аккуратно, не паримся. Снимай верхнего, у тебя хорошая пушка.
Полстраны прошли. Да вообще не говори, Снап. Я сам чуть не бомбанул. С дэшки, зажимай дэшку. Ну что ж ты... Да ладно, еще так что не пройдем? Вот. Нет. Я боюсь их. Серьезно? Они кусаются. Тянка боится всяких непонятных существ. Вообще, кто сказал стрелять? Патроны ж экономят. А, жесткая экономия патронов. Не рассказывай, шеф. Тут тоже с Д можно попасть, но тут должно всякое прилетать. Да. Почему картофан не может увернуться? Ой, этот блин картофан. Костобрик не может увернуться здесь, я не понимаю. Дальтоник, наверное. Не, ну дальтоник вроде не видит этот свет. А какая разница, ему не нужно видеть свет, ему нужно видеть изменение оттенка. Ну, значит, не видит оттенка. Если один оттенок для него. Как таковой. Не заденет. Ну, я не рискую. Ну, я просто знаю. Затренено. Так же, как у Кактофана. Да? Почему я не остановился? Удаляй. Не стреляй. Она просто не остановила. Ладно. Ну, я не знаю, я ж не дальтоник знаю. Вообще-то. Ой, плохо, чуть не попался. Да ну как? Я же нажал. Я же жал. От вас, я же жал. Все же задержка небольшая есть. Сдохнет уже. Так, все, отхожу назад. Так, патроны экономим, правильно. Должны завалить до того, как он подойдет. Да ладно. Нифига подобного. Да что ж такое? Прогнозы Ванги не сбылись. Ванга сегодня отдыхает. Ох, напарню. Ой, парнила. 9000. С ноги кусты выносить, с ноги. Да вообще забирай все. Да почему? Бери. Забирай, чё? А мне-то нафига это на этом боссе нужно? Бери. Бери, бери. Это как хочешь, буду смотреть. Мне-то на этом боссе я не буду это использовать. Блин, опять я пропал со СК2ТВ, подожди. Почему? Глюч это СК2ТВ. Ты мне нравишься. Это из-за дурацкой этой автоофлайн системы. Чадик читал. Да я всегда его читаю. Че, успеем заспамить, нет? Ну короче, он будет всегда с СК2ТВ попадать, я понял. Потому что СК2ТВ считает, что плеер офлайн будет геймерский. Кстати, да, зря я бы не взял все-таки, знаешь почему? Потому что на следующем уровне мне понадобится. О, я вообще промазал, ну все, готовься. Блин, ну... Да как, ну подкатывай. Я же жал. Да, я-то жал, да. А ну чё, я аж костобрик-то чё. Ракеты, да какие ракеты? Дабл-килл. На тебе, ай, ай. Так, опять экономим. Жёстко экономим, да вообще яу. Мне интересно, вот запилил бы кто-нибудь прохождение контра без смертей на двоих и оба без смертей? Ну, я думаю, это вообще возможно. Чё нет-то? Ну, возможно, ну понятно, но это надо 2 скилловых. Может, это... может мы с Костобриком дойдем до этого? Ну, это, короче, знаешь, больше мне бы в этом плане интересовало Battle Tots. Да, гениален. Да, глупо было.
Вот мне ты... больше... Я бы посмотрел на Battletoads. Так я посмотрел бы... Я посмотрел бы просто на прохождение Battletoads на двоих без сейф-стейта. Не, без смертей вообще было бы пушка. Эти люди точно к этому приходили? Нет. Я не приходил, это в сказках было, в мечтах. Сейф-споты для тех, кто и знает, а не для слабых. Меня тоже научил плохому. Да только тебя всему научил, что только знал. Играть в боши. А ты чё патроны в... экономишь-то? А? А чё ты патроны сейчас экономил? Или мы там прям в так стреляли? В одну линию. Да, мы в так стреляли вообще. Прикол, вообще не заметил. Такое ощущение, что только один тут кто-то стрелял. Не, ну тут-то я буду экономить всё. Блин, да он перебирается в потолке. У меня же жесткая экономия. Вот здесь меня Судалф, я помню, подставляет вообще жестко, просто тимплей отдыхает. Просто смотри, в... Да потому что ты пытаешься, ты шифтишь, понял, зачем? Зачем это, я не понимаю, не делает. В смысле? Ну так я юзаю дабл шифт, ты что, не заметил? Так, ну из-за этого я-то пытаюсь, когда он крутится, чуть-чуть тоже постреливать, ну так, немного. А ты из-за этого попадаешь, я не понимаю, зачем. Блин. Давай пострелим. Ах, вышел из фазы. Как плохо, да все, не буду дамажить. Тянка не дамажит. Так вот, лезем? Раз так немного. Мама, буду за ПО ходить, чё. Не буду, раз ты так там лазишь. Все, хари. Не, ну Тору ж надо повыпендриваться как-то. Тору не выпендриваться, это же неправильно. Ладно, спущусь что-нибудь. Чё-то да. Перекрёстным магнитом. Battletoads на двоих протоп записи. Без смертей, что ли? Год назад он тоже тут сейф-спота не знал и бегал роботом, говоря, что был гнина. Что-то мне это все напоминает. Ой, Свен, ну это читерный прием. Свен, shift это подкат. Ну вообще, ну ладно. Не, ну ты раскрываешь прям все фишки в кантри. Дабл shift, ну блин. Сейчас все будут шифтить, ну чё ты не знаешь. С дэшки гаси сразу же. Там с двух выстрелов кладется, по-моему. Так. А, не, стоп, fight to the end. У меня Б нету, так что печаль. Дэшкой гаси. Да, она слабо. С двух выстрелов ушатает. А Бэшкой с одного. Ну, то есть, ну, за пару секунд. Но с Бэшки тоже, по-моему, был. А вот это было уже ТЗ. Ой, да вообще изи-кор. Стреляй, когда он будет надо мной, короче. А сам убегает. А, чё ты взял, что он к тебе полетит? Не, ну а сам убегай, чё. Как ты знал. Нет, две не хватило. Не попал. Ну, ну хоть 10. Три не хватило. Не попал. Пушка, он остановился просто. Ладно, ну ладно, тоже ТЗ попробуем. Как нечего, не, я сразу к тебе. Там лучше смешал стрелять. Не попал. Попал. Два. Ну просто еще стреляешь тоже. Ну короче, три где-то хватило бы, ну. Так, так оружие. Мне Б только надо. Забирай, что хочешь. Вот он тебя выбрал, вот себе. Зачем мне две ракеты? Б, 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 Б. Нету. Ну гаси с дэшки. А вообще Сашке, по-моему, можно. Она тоже достаточно шустрая. Ща будет ЖЖ. Чуть-чуть не успел. ЖЖ, зачем я прыгаю? Не успеем сейчас. Да гаси. Я магально готов. Ну что ты взял, что он к тебе поедет? Все, да, ну все. Так, как... А простреливает, да, по-моему? И сюда. Его... Не, в одну Зэп сторону. Простреливает. С беги. Нет, С неудобно, С стоять. С дэшки гаси.
Инфосотка. С ДЭшки лёжа можно? Ну, он не попадет. Она такая же, как и Бэшки, короче. 4 выстрела, короче. Блин, я думал, он уже быстрее прыгнет, и я ждал. Не успею еще один выстрел. Да вообще я. А нет, 4 не хватило. Значит, больше гаси, чё. И ой, 5 не хватило. Да ладно, я его 4. И 6 не хватило. И тебя не хватило. Меня не хватило. 7, что ли, да? То есть я не сбился со счета. 4 я ему делал, когда сам играл. Может, потому, не что, помнишь, может, что может потому что краешком и задевал? Я не знаю, но я его... Вон, тебя просят, ну-ка подробнее насчет фишек-то. Где? Чё? 7V. Привет, кстати, 7V, что я закупил патроны, по-моему. Жизнь не заработал. Да, короче, сейчас слив был. Короче, я вам, пацаны, говорю, он не умеет зарабатывать жизнь вообще. Эй, ты чё? Ты на меня нацелился. Сколько не играл с ним, он не зарабатывает мне жизнь. Слился и все. Ну да. Забыл про напарника. Я думал бомбу использовать, но что-то подумал, что это будет слишком фейл. А такой фейл это был лучше. Привет, Феникс Айс. Да нет, я, пожалуй, здоровая днина. По размерам-то. Да, все, ты сдох. А почему я босс А дольше убивал? Ну, строкачный А. А черт, я что, знаю, что ли? Неужели это сильнее пульки? Или потому что мы вдвоем, а даже прокачанная А одному и то тяжелее? Вдвоем. Ну, короче, две бомбы было, две бомбы нету. Краборукова без бомб. А, ну Краборукова я так и так буду тренить пульками без смерти. Нет, нет, я не хочу, нет. Ну ладно. Так и быть, чё. Отлично. Чё это сейчас было? Мастер-класс. А? Можно попросить их больше не делать? Не знаю. Попросить можно, да, вот. Последствия не рычаюсь. Кстати, я еще одну фишку хотел проверить. Можно ли стоять справа, когда он делает большой прыжок? Да, вроде можно. Нет, я умер только, когда играл с Кусабриком. Да ну ладно, там сейф спот, ну очевидно. Я его подкатом убил, что ли? Все, беги пушки. Не, почему с картофаном? В сторону. Какой картофан? Картофан это вообще... Он бы тут бы затащил тут без смертей. Играет во всякую... Тем более его уже... Контру. Ну его же... Короче, от контра где ты куча его... контов, хп, пушки все время валяются на каждом шагу. Плюс они еще усилены в 6 раз, короче. Очень жестокий человек. Ну, тем более его же тошнит от контра тоже. Да нет, просто в этот раз не мой этот микрофон. Ну, потому что в скайпе у меня голос такой. Это все говорят. Ну, я ракету беру. Нет, я как-то привык уже, мне почему-то, ну, уже теперь я, мне кажется, что одинаковый голос. И вообще, когда ты 4G купил, у тебя стал такой же, блин, на стрим. Вот это мне повезло пройти на самом деле. Почему? Да что-то я думал, что не пройду там. Слишком тянка оказалась действительно нормальная, не такой толстый, как все. Как этот мужик тогда не приходил, я помню. Ну, пожалуйста. Да. Шикарно. Обожаю эту фазу, ребят. Я думал, что вот, ну, пожадничал на урон опять, короче. Думал, что успею прыгнуть. Ой, нет, ну вот это не очень, но... Почему Костоблик здесь всегда сливается? Все жизни какие-то ему даешь. Я не знаю. Но вот у меня с каким-то запаздыванием я чуть прыгаю. Ну, как-то я его вообще... Размикивается же. Ну вот здесь я сливаю, не спорю. Вообще не получается мне это копье микить, честно. У меня когда как, ну ты, в принципе, видел.
Наверняка он два раза копил. Ну да, оружие говно. У меня всего одна рельна. Ой, ну кость. Не, блядь, чё, патроны шэкономим в этот раз. Да. Так. Вот видишь, ты тоже с микро. Я нет. Ну, в вопросах о жизни вообще даже не думай. Задавать бери сразу. Да как? Да вообще. Ну, у тебя одна осталась внезапно. Да затащим, чё нам. В ритки просто не вошел, да и все. Ни одной ракеты, да вы что, издеваетесь? Давай, о, наконец-то, молодец. Да мне, ну, лишь как... бы, мне лишь бы сейф перед крабом, но только я потом не затащу ракету на один, скорее всего. Хотя, может, затащу, почему нет? Да вообще, все плохо. Ну, для тех, кто пришел только недавно, сейф это имеется в виду для того, чтобы я потом один потренил. А не то, что мы тут сейвами играем. Ну, вообще, по сети да, сейвами нельзя. Вопрос, как туда дойти, потому что я помню, как мы, короче, здесь сливали пост, да. Как мы. Ну, я за оружием побежал, да, зря. Давай беги, потом твою жизнь возьму. Торичий быстрый проход называется. Показалось, заденет в башку. Не до конца открыл. А? Не до конца открыл карту. Ну блин, если... да не открыл, ну, ты босса. Ты босса не открыл. Ну. Да? Че я не открыл-то? Ой, одно. Я думал, ты откроешь. А не могу, ты застрял там сзади. Че, мне все делать? Он ленивый, вот посмотрите. Мало того, что я пришел к нему на стрим тут. Помогаю ему, а он еще вдобавок ленивый, не может открыть даже. Вот пошли. Вот у картошки они тут пляшут, это просто. Просто я вам говорю. Ну я, кстати, пропустил этот момент. Ну я вообще тут стрим пропустил почти весь. Почему здесь костобрик направо шерстит, я не знаю. Но в принципе у него это вроде получается, так что... Что-что, я вообще не услышал. Да вот эту гранату теперь не надо, если честно. Не, я туда не хожу, там слишком, ну, большой шанс, что я зафейлю не этот. Как-то. Ну, если честно, вот, я честно признаюсь, мне никогда в голову не приходило направо поставить. Стоп, а сейф? Ну, делай сейф. Хотя сейф надо на конте делать, ну ладно. А как? Нет. Ну стой, если мы сейчас делаем сейф, ты отключаешься. И я должен один его затащить. Ну, тащи один, я чё, посижу, посмотрю. Ну, чатик будет в ярости, когда я сфейлю все контейнеры оставшиеся. Да вообще, йоу. Ну, так, а как, я не могу сейф напрямую? А, я могу сейф сделать, а он будет работать? Да, нет, по-моему, я должен отконнектиться. Ну, сделай такой сейф, сделай такой два. Давай вначале, да, через файл save as сделаю. Save status. Но, по-моему, я сейчас дисконнекну, вот что я вспомнил, да. Я, скорее всего, дисконнектну при сейве. Да, lost connection. Сейчас пойду без тебя играть. Так. Стоп, какой кнопка там загрузить-то стоит? А, по-моему, мне нужно... А почему я собака? Объясните мне. Стоп. А, первый джойер. А у меня игра-то застопалась вообще полностью. У меня ног. Мне что? Нужно, что ли, вначале выйти из сетевой игры? Я не знаю. А, да, да, из сетевой игры надо было выйти. Все, засейвил. Пушка! Не, сейчас все-таки в отдельный файл еще раз засейвлюсь. Что, два конта тебе должно хватить? Так, ну что, попробуем тогда. Только у меня сейчас два персонажа, один сейчас будет тупить почему-то. Сливай одного. Да, а второй будет просто стоять, потому что ты отключился. Так, а ты бомбу бы заиспользовал хотя бы? Ты чё, ещё хочешь, чтобы тебе ещё и бомбу? Ну читок. Чё я сделал? Вообще дно. Всё. Слил? Ну я тоже слил. Так, теперь надо один плеер только выбрать. У нас два контейнера осталось, ты чё издеваешься? Это да нормально. Костобрик дошел без контейнера до сюда. Ну и чё? Так кто тогда дно выходит-то? Костобрик, конечно.
еще какие его? Да как я не допрыгнул до платформы этой? Блин, не допрыгнул до платформы, вообще жуть. Не знаю, я на солдате. Я буду радоваться, если затащу, короче. Не, ну уходить, конечно, вправо на этих солдатиках, это, конечно... В смысле уходить? Костабрик изобретает новые стратегии, называется. Костабрик изобретение новых печенек. А, тут, по-моему, не допрыгивает дэшки. Ну чё, я на генерале? Не знаю, может и допрыгнет. Тебя-то никто не видит. Не, ну чё, я могу теперь врать, сейчас скажу, я прошёл. А, ну да, если скажешь, что прошёл, мне, в принципе, не обязательно туда проходить. Да, ядрит, ты распрыгался, ну что он такой придучный? Я просто в шоке. Короче, Костабрик потом скажет, типа, фу, дно на премиум. Ну да, я тоже так скажу, фу, дно на премиум. Ок. Короче, я слил конт в тупую, просто в тупую. Ну, пришел и отдался. Мне еще предстоит вас слить в тупую. Пришел и отдался Костабрик, просто скилл Костабрика прийти отдаться. Ой, вообще пушка сейчас работала. Прикинь, на солдатиках... Бомбу потратил. Чё сделал? Ой, не знаю. Я как-то Костабрик слил, короче, жизнь. Ну, походу, это уже нормой стало, мейнстрим. Тренит месяц. Не знаю. Короче, ну, я буду тренить неделю, наверное, это. Ну, вообще, я реквесты от Костабрика-то принял, снап. Так что буду тренить тоже месяцами. А что ты тоже не видишь, как я тут сливаю? Если что, снап у меня это... Как его? Костабрик заикнулся и сказал, короче, что... Он выстоит и 10 фаз на ките. Но я так подумал, что я хуже Костабрика. Да меня пушка убила! Вот, и короче, я запилю... Удаляй, картофан пишет. Короче, не менее 10 фаз на ките. Сегодня сюда уже видел 8 из них. Тролляка! Так, снап, это тоже, скажи, идея-то. Ну, точнее, ну, почти. Ну, короче, Костабрик, Тор, потом уже я. Да ты пушка! Короче, безысходность. Не увидит концовку ракеты сегодня люди. А да ты что, тоже краба не убил? Нет. Все, слился. А ты кем? Нет, роботом? Не все. Ты роботом или кем? Все убил, короче. Если хочешь, я могу скайп показать. Нет. Ну, чтоб люди верили. Да не, ну блин, еще захватывает скайп. Так ты роботом или кем? Во. С дэшки ему, короче, 6 ударов. Не, Снап, Тор не смог 10 фаз, 10 циклов выжить. А вот он говорит, можно жить долго. Ну да, я выжил, сколько там, 300 с чем-то? Нет, или... по-моему, 294 секунды. А, ну 294 секунды. Все, ракета пошла. Ну, короче, я не знаю, сюда тебе надо натренить Д. Д его реально убить. Ну, у меня Д, возможно, не будет, мне нельзя это тренить. Ну, тогда с пульками, но с Дэшкой я быстро затащу. Еще 6 выстрелов, он сдох. Хорошо, что меня сейчас никто не видит. Я не скажу, что... Ну, почему я так рано подкат сделал? Я не скажу, что я тупо прыгнул мимо этой бочки летящей. Да пофигу, все, начинаю сначала, давай, подключайся. Никто это, короче, не... Да какой никто не видел? Это видело, сколько там людей смотрит? Фиг его знает.
Ну, круто. Да, снап, я упал с ракеты. Невероятно, но факт. Ну что, ты хочешь-то пройти вначале? Тор взял из... А, чё, всё, рестартим? Да, я не прошел даже краба. Ну ща, подожди. Краб краба не убил. Ну а чё, я своих, что ли, буду убивать? Сейчас с лягушкой это исправлюсь. А, ты уже последнего босса убиваешь? Ну да. Как-то так. Включил бы хоть на стрим, а то людям сейчас сидят, так смотрят на... говорю, Инет же. Смотрят на... Сега. А, Инет дно. Да у меня аж Инет вообще. 4G, ололо, там, все дела. Да. Ты не поверишь, я больше удивлен, что 3G работает лучше, чем 4G. Это неудивительно. Это вообще какая-то пушка. Я тебе кричу, ну как так-то? Ну, это, короче, долго объясняет, но, в принципе, технически это неудивительно. Ну, я уже стал сомневаться, что они мне врут. Ну, потому что сам понял, ну, да? Да, да, да. Что если этот работает, ну... То и сомнительно, что они врут. Давай уже сливай быстрее. Да подожди, ты только начал чебуречка разносить. Пока орешки поем. Приятного. Орехопоедания. Спасибо. Нет, червячок, ну, ахаха. Чуть не затролил ты. А, аудиопросмотр контры. Все, пройдено. Удаляй. С одной жизни ракету, короче. Короче, на ракете я тебе советую С. То есть ты ракету без смертей прошел? Да. Mm. А, нет, я же с бочки упал. Mm. Я просто упал с бочки. Вот, но С, ты знаешь, затащил. Огнемет очень хорошо руки выносит. Один с орешками, другой с червячком. Ну все, я приконнектился, чё. Давайте дальше. Да то, как меня стал радовать Шинсун. Знаешь, я дошел до фаз, которых у тебя не видел. Меня так радует. Ну не видел ты в плане, что там просто эта платформа, да, то, да, в другой период. Все поменены, но это пушка. А я не знаю, зачем тебе эта платформа. Зачем тебе второй цикл вообще нужен? Я ну без как? Него прошел. Ну как, я же дно, я не могу заспамить, я же сказал. Ты просто не хочешь. Ты просто не хочешь, ты выпендриваешься. Ты же в Лю убивал последнего этого? Я просто не хочу спамить. Вот, ну я же, это уже другой разговор. Я же говорю, не хочешь. Не хочу напрягаться, ладно, давай. Так, ну чё, опять жизнь теряем, да? Ну как это? Заведено уже. Ну какой ты чё, издеваешься, что ли? Да нет. Да нет, чё, я слабак, что ли, с ракетами какими. Не кислевой жизни. Не знаю, просто в тот раз что-то так. Ну ты понял, что произошло. Короче, я нажал на Q, ну это X, да? А он должен застопориться, но у меня его не было. Я так привык, ну ладно. Чё одна жизнь для меня-то, чё? Про, который только что ракету прошёл. Пода, патроны прошёл. Не, ну ракета изи, в принципе. Только говорю, там где мушки, сразу дамажат ушнягу. Не бей их. Ну вообще тут стоит, конечно, признать очевидную абсолютно всем, кроме меня, вещь. То, что я Крабамена, по-моему... Ну не знаю, может на рандоме проходил другими персонажами, но в основном, конечно, только роботом. Хотя, я помню, пульками я его проходил. Ну а, ну у меня-то картридж японский был, я все время забываю, у меня картридж был японский. Да японский выкинул, не очень. Так что там я даже собакой это проходил, скорее всего. Но все равно, помню, что у меня на нем всегда были проблемы, вот сколько я помню. Не, ну просто честно, он рандомный. Вот, мне его атаки... Да бери все, чё ты паришься? Нам и все. Надо по-честному распределять оружие. Ты-то не и можешь с пульками... Ты будешь выбирать оружие, ни хрена себе. Так ты же пульками не можешь пройти. Да я все пульками могу пройти. Да?
Не, не верю. Я хоть всю контру еще. Не, не верю. Месяца два посижу и пойду. А. Ну а сейчас я просто выпендриваюсь, ну честно, откровенно. Поддаешься, как это, как тоже. Да, как Тошка говорит, я поддаюсь. Не, ну сейчас буду вставать, что. Я же крепой. Мне ж не видно в прицел там. Когда я ложусь, мне ничего не видно. Чё, пульками, да, пацаны? Ну давайте пульками. Затралит? Нет. Сейчас затралит. Не, ну почему? Сейчас он нормально. Смотри. После двух-то этих, он нормально. Смотрите, как надо было. Торыч опять выпендривается, прыгает, короче, на подкаты. Зачем подкаты, если есть Торыч? Какие подкаты? Так, куда тогда идем? Да второй первый? Ой, второй или что? Ну давай второй вначале. Ну давай второй. Это мы на поезд попадем. Так что будем от ножек уворачиваться. Ну ты понял, да? Блять, каких ножек? Ну которые дай. А, да они вообще легкие. Все, как Тафан показал тактику, отвечаю, они легкие. Ну, расскажешь. Они просто на изи тащат. Молодец, картошка. Я бы не додумался, честно. Ну, тут сложность порождает тактику. Че я стреляю-то? У меня же есть волк, который протащит. Вы прикиньте, каждый патрон, короче, стоит 16,90. Ух, это же много. Бери Б и спам. Вот а прямо отсюда это спам. Это фигня. Да спам, тебе говорю. Должен с двух раз вынести его, короче. Ну, вообще волк сразу его вот так вот вынес. Не вынес, как ты. С двух раз. Ну, так я в два раза в него попал уже. Четыре да раза. Да ладно. Я всегда выношу он круг, даже сделать не успеваю. Чё-то ты не очень. Не, все же ХП не это коллеги сказал. В общем, изменяется с пришествием второго игрока. Ну, это очевидно. Он выносится, короче, с одной пульки. А, может поэтому у меня проблемы в тоннеле-то в этом, где Снап там говорит, типа, вообще фигня. А я не могу нормально. Не, Снап, это очевидно. Но я выносил так. Чуть-чуть не заправил. Вот я не люблю, когда он умирает и делает либо огонь, либо тушнягу. Это трололо, конечно. Беги дэшку. Да вообще все бери. Нет, только дэм. Ну ща я, короче, оп. А ходить буду все равно с Сашкой. Я упорот. Вы не забывайте Торичи под вечер. Они обычно упоротые создания. И, короче, буду. Будут Сашкой охер. Подожди меня, все пошли. А то я что-то вспышку так пропустил, когда бежать. Ты замечательно прешь, или же играл с ногами, который был самонаводкой. Тот парень бывает ЦТ быстро, но фиг попадешь. Я обычно с огнемета все выжимаю. Это Снат написал. Блин, а что ты не взял? Зачем ты шел прямо в пульку? Я шел прямо в пульку, я Снат почитал. Да, она прям исчезла в тебе, можно сказать. Повезло, я сна почитал. Ты что, стоишь или же синхрон? А, все, понял. Нет, я выпендриваюсь. Не, просто ты даже вверх не направил, я начал не понял. Сейчас ко мне полетит не спит. А, нет, ладно. Ой-ой. Почему он смотрит на тебя? Смотрит? Он смотрит прямо. Да нет, он на тебя посмотрел. Смотри, смотри, вот видишь, глазами а, тебя. Нафиг глаза. Может, тебя за игрока-то не считают? Не, ну меня-то эти, как его плееры, за зрителя никогда не считают. Я кому там к этому, к Алексею, короче, Алферову приходил. Говорит, у меня good game, короче, и ноль зрителей. Да, в Гудгейм жесть, вот сейчас показывают 10 человек. Ну, в принципе, может быть и реально сейчас. Привет, Агдемон.
Здорово, XDMod. Ну вообще, Good Game, ты берешь все. Да мне цен не нужно вообще, пускай валяется. Ну для очков-то надо взять, потом жизнь. Не хочу. Че, софткорщик брать для очков? Я хорошо вижу. Давай, тащи меня. Тащи меня полностью. У меня патроны закончились, подожди, я перезаряжаюсь. Я, короче, этот, как его, миниган, я очень долго перезаряжаюсь. Но потом как стреляю, так стреляю, чё. Всё, я готов. Ну. Блин, я забыл. Я привык к Астабрик, тут роботом играет, он открывает мне машину. А я лежу, короче, опять перезарядка. Тащи меня, перезарядка, говорю. Нет, ты не так не сможешь тащить. Ты такой же дно, как и я, практически. Чуть-чуть поскиллуем. Ой, форточка закрыла. Ну и правильно, что ты замерзнешь, постынешь, не сможешь больше играть. Да, кому-то, кстати, надо было не век появиться, но... Начинается. Да ты не поверишь, хочу узнать новых преподавателей. Так, чисто познакомиться. Чтобы на экзамене хотя бы это, не зафейлинг, да, там. Типа, ну да, хоть знать, кому подходить. А то в лицо-то я их не знаю. Тех, короче, с кем я уже, ну, кто мне преподавал, я это уже знаю. Уже знаю, что к ним можно не ходить, да? Да. Не поверишь, я сегодня погулял, так как всё. Так, ну чё, перезарядка, да? Ты один тащишь. Блин, тут надо не слить. Ты какой один тащишь, ты чё? Ну как, у меня перезарядка, аж миниган. Никакая не перезарядка. Ну ладно. Как? Да я что подхотел... ты делаешь? Я хотел прыгнуть. Зачем? В смысле зачем? Зачем прыгать было? Ну, чтоб прыгнуть. Чтобы уйти от пули. И я бы от нее ушел, да, если бы я не подхват сделал. Я вообще промолчу про это. Ну это, короче, я же жал, читал чатик, и волк же... Отойди от пушки, отойди, я пожалуйста. Я одновременно все. Тебя убьет сейчас. Все, спасаем просто Судала. Уже под пушки его не кидаем. Я расстроен, это первые две смерти за всю игру. Ходить? Да нет. XDMod, ты не поверишь, я... Буду ходить только сентябрь и декабрь, не январь. Все, в остальной момент я ходить вообще, наверное, не буду. Да почему я не вовремя подсел? Удаляй. Просто нажмите Дел. Вот ты мне оставил. А, ну ладно, да, убирай стрелы. Да, С возьми, они стрелы классно убивают. Ну вообще, да, я забыл, что у меня есть. Обычно просто у меня ее нет к стабритам, потому что мои отсюда начинают с пульками. Ну да, ребят, если что, я софткорно убиваю, да. Пойду возьму. Нет, уже не успел. Ну, затупил ты, чё. Да чё, не успел, так вечно приходишь в магазин. Бомбить там... будем? А? Бомбить будем? Или мне все равно? Че, я слабак, что ли, с бомбой? Ну лучше бы лучше бомбил. Нахрен тоже не бери. Ну честно, вот из-за этого я тоже что-то с Костабриком когда стал играть, что-то стал бомбить на этой фазе, просто из-за того, чтобы не было какого-то даже шанса умереть. А то, как бы, блин, не хочется жизнь сливать. Хотя я раньше никогда не. Ну опять же, я на японке играл, поэтому никогда там не сливал. С дэшки. Не поможет это. А, лежа? Да тебя не задевает лежа. Блин, задевает на самом деле вообще полностью. Не, ну по текстурке, да, показывается, что он тебе в бошку стреляет. Хедшот тебе навешивает. Ну а так нет. Ребят, софткорное отдыхающее прохождение очень. Просто стоим, прыгаем. Изображаем кузнечика. Ну, да, это довольно сильный уровень. Несмотря на то, что самонаводящийся.
Да, там их вылетает просто толпы. Интересно, я тут С затащу. Да, должен. Должен. Если издалека нам будешь стрелять. Ну, нет, наоборот, вблизи. У меня так спам чаще. Давай, иди, бери оружие. Снимай верхнего, и будем аккуратно идти. Вот, аккуратно. Не надо тут бежать никуда. Бежать нет. Можно одному. Потому что один там тайминги четкие все. Я отдыхаю. Мой мозг отдыхает, я отдыхаю. Мы должны уровень затащить этот бессмертный. Да нет, я на колесике собрался вообще слиться. Если честно. А я тоже? А ты, я не знаю. Ну. Ну я за компанию, скорее всего. Да? Блин, что ли? Мы с Тамарой ходим парой. С старами? Ну да, старами. Да потому что я с Костовриком Волком играю. И потому что у меня уже, ну, такой мини-челлендж, как бы научиться им играть, в принципе. А что, ты предлагаешь мне робота взять? Я тогда пройду сразу. И, скорее всего, с минимумом смертей. Ну, особенно если оружие буду использовать. Но не в этом же суть. Короче, пацаны, это называется сюда учиться ехать за волка. Ну да, так и есть. Все, иди давай. Эконом, эконом, все. Ладно, все, эконом. Черт, начальство даже побаловаться не дает. Не знаю, чем тут тащить, всегда тащу. Короче, опять отдыхающий режим. Еще кидать собрался тут вообще шикарный. Ну снап, главное это для 3 плюс, а не для до 3. 70 лет это тоже 3 плюс. Ой, нет, я подальше стану. Меня одни кровинки в этом в боше чувствуют. За экрана летят, как я не знаю. И изи босс же вообще. Согласен. Я бы за один стрим вместе с уровнем прошел, мне надо. Блин. Ну да, я тоже думал в ту сторону. Подальше чуть-чуть, да? Ну да. Да не, если ты не знаешь, что у меня ж с каждым часом, считай, к вечеру давление поднимается. А что-то больше, ты знаешь, меня начало напрягать под конец. Знаю почему. Просто вот Боша стал напрягать. У меня голова уходит. Я перестаю понимать реальность. Так, а тут с чего? С А выносить? Ну я с Ашки выносил всегда. Не, не выстрелил. Короче, я все беру. Угу. Где? Где противный? Короче, гаси, я не знаю, с Бэшки. Хотя Ашки. У тебя бэшки здесь никогда не будет. Чё, тебе посчитать шаги? Смотри, мы не слились на этом. Раз, два, три, четыре. 10, 11, 12, 14, 15, 16. Всё, стой здесь. Да сдохнешь ты. Да ну брось. Я подкат сделал. Блин, это меня надо затащить до конца, лол. Да короче, тащи, чё, всё. ГГшенька, я даже не знаю, почему мужиком с бэшки я не затащил, не знаю. Блин, на вертолёте бы не слиться. Чё ты, блин, давай с бэшки вертолёт долби. Да нет, это чё гонишь? Не, ну так по хардкор не будет. Да не тащит, снап, ну проверял 100 раз. Нет, нет, снап, на двоих не тащит. Одному неинтересно приходит. А, ну я понял, ну ты решил не ждать, да, да пока тебе жизнь выдадут. Да. Зарабатывать ты их не умеешь, поэтому решил по-быстрому так возродить меня, я понял. Ну ты. Сейчас я мы подожди. Вдвоем оп. Играем или нет? А? Ну мы же вдвоем играем, а чё я один-то буду бегать? Действительно, мне же скучно в этот момент. Нет, 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 нет. Ты чё? Да куда высадился? Ой, ну... я не успел.
Мне Б. Может, возьмешь пушку? Мне Б на следующий уровень, а С бери ты. Да зачем мне С? Короче, я не знаю, почему-то вот с этих пулек сейчас затащат. Я вам говорил? Да. Джоу! Ну куда меня-то двинули? Тут почему-то пульки тащит. Я с ним поручкаться хотел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да забей, тут считать даже не надо. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Все, сразу повернулся и дамажу. Не важно, сколько расстояния. Все! А в тот раз было твое типа имбовое Б и мое усиленное А, и мы не успели. Да не, Сашке всю живолку надо тогда в упор подходить. Потому что там, видать, не все диски попадают. Ну, по-моему, практически все. Не, ну у меня неожиданно закончились патроны. Я перестал стрелять. Что-то разболтался. Да ладно, я всегда болтаю на своих стримах. Нет, я про вот этого вертолета. Вот этого? А чё? Пускай болтается, он тебя напрягает, что ли? Он тоже хочет поговорить со мной. Вот бы скорость ему еще в два раза увеличили. Было бы повеселее. А, патроны же дорогие, по-моему. Не, Снаб, но что ты хочешь от короля крабов? Сидит тут, выпендривается. Может, просто два продолжения, да, слили? Я вообще, честно, не знаю. Никогда их не считаю. Ну, короче, я не чувствую особой разницы с Костабриком. Вот только то, что ты жизни моей не выжираешь. Но я имею в виду по прогрессу, да, вот как мы играем. Тоже континью на третьем, на четвертом уровне сливаем. Да почему же? То же самое. Я ракету бы затащил сегодня. В отличие от Костабрика. Ну да, в этом разница была. Но все равно. Ну прикинь, да, Костабрик дошел до краба без продолжений. А ты сейчас не прошел даже до конца четвертого уровня без продолжений. И ведь в теории не важно, погиб я или нет. Как ты не убьешь, как ты ракету? Да тебе кажется. Не знаю, не слишком. А вот последнюю не убью, 100%. Инфасовка. Давай, короче, перекрестный. Да чё ж он из фазы-то выходит? Не хочет. Все, дамаж, дамаж его полностью. Да что, надо, чтобы он в центре был. Засранец, короче, тот ливанул, пошел крутиться. О, ну молодец. Ну, короче, я понял, зря я прыгнул. Рановато просто. Да, согласен. Да вообще нейтрально. Мог тупо повиснуть на потолке и Б держать, пока ракеты шли. Ну, Б с кулака, короче, он когда... Я просто забываю, что у меня Б есть, обычно Костабрик берет. Он когда сплэш делает, он достаточно большой и долгий. Мы же на другую концовку сейчас идем, я забыл. Я уже приготовился с профессором биться. Мне вообще все равно, какая концовка. Что там это за концовка-то? Поезд. Поезд. Короче, тупо стреляй влево-вправо, сейчас покажу, как проходить. Да, я знаю, один стреляет, второй по потолку ползает. Потом да, второй нет. Стреляет, а этот по потолку. Нет, одному. Погнали. Забирай. Нет, ты бери, у тебя самоводилки. Как хочешь. Вот смотри. Раз. И тут же прыжок, тут же. Не ползи даже, не ползи. Да что я делаю? Вот раз, и все. Но вот тут самая, конечно, пушка, потому что
Такое расстояние между ними маленькое, но это что? А, уже убили чувака? А, что точно? Да, она его даже не увидела. Ага. Так, бить надо обязательно правого. Почему обязательно? Я вспомнил. А тут фишка есть. Он прыгать что ли будет реально? Нет, вот как раз он не будет прыгать теперь. А если ты убьешь вот этого левого, то тот будет прыгать как сумасшедший. А я думал, то от чего это зависит. Не знаю. Короче, Снап, я подтверждаю твою теорию, это действительно так. Тут несколько концовок такое вся. Да ладно, вот эта пушка. Ну ты понял, короче, ты должен был прыгать. Да вообще поползли. Да поползли, говорю. Что я тебе 100 лет ждать буду, что ли? Я ж не девушка на свидание ждать тебя. Чего ну здесь, делаешь? Короче, я там не будет. Знаю, всегда сливаюсь. Короче, имба тактика. Юзаем, побеждаем. А что за сливаться? Не на чем сливаться. Абсолютно. Нафига ты потратился на один выстрел? Да мне вообще я. Ну блин, из-за этого я не привык, что он тут не выстреливает все выстрелы. Не знаю, мне норм. Тренить надо все фазы. Я говорю, Судалф, выстаивать. Зачем? Я выстаивать, не... никаких заспамов. Выстаивать. Его даже урон там носить не надо. То есть даже в усложненной контуре все равно там будет только 3 выстрела. Сыграл сейфово зато. Класс, даже вставать не надо. Что за софтковище? Что, уже встает? У него фиксированные вот эти, да? Да, да, да. Ему все равно сколько надо задамажить тут. А можно убить его, не успеет? Нет. Ну тут, короче, надо ходить вместе. Почему? Чтоб... Он направляется, что ли? Да. Потому что на самом деле это достаточно сложно. Сейчас вот как начнет вот именно со второй фазы прыгать. Надо, чтобы он не затралил. Да что я вечно задом ложусь к нему? Уже столько ему влил. Ну, в отличие еще от Костабрика, я явно дамаги. Ой, нет, нет, не бей меня. Он урон не наносит, да, будешь, когда уже не нет, бьет? Нет. Я выпрыгну с поезда. Но выпрыгнуть нельзя, к сожалению. А я так хотел, кстати. Горит? Не надо мне пукана поджигать. Смотрите-ка. Пукана поджигать, он пришел. А где тут оружие? Вот, бери. Бери все. Все бери, да все твое. Так я сорю. Я сорю оружие. Да и ракету сорю. Ты тактику только заранее расскажи мне. Тактика? Да. Ну, ползем в третьем промежутке ног и все за одной ногой. А, по кругу? Да. Только вот третий промежуток это, по-моему, справа как раз таки. Ну чё, дай. Чё ты мне дашь? Так, а тут что, с огнемета? Это вот, да, вот этот, да, прям большой. Вот это фаза, короче. Фаза? Ну, у тебя все фаза. Промежуток, ладно. Так он же ускоряется, нифига себе. По-моему, это не эта фаза, да? Нет, это фаза. Да успеем. Фаза. Успеем! Я когда сказал успеем, я не имел в виду слиться. Что? Да. Ты не ту ногу теперь. Да что я тебе сделаю? Эй! Как я в нее заполз? Вот здесь, эта нога, по-моему, да? Да. Я что-то вообще. Ладно, ну вина, как мне надо по своей стратегии. А что ты Дэнни используешь? А зачем? Ты бессмертие ты пройдешь его? И еще профессора. Я чё тебе, Костабрик, что ли? А, ну давай, тогда я спокоен. А чё, это помогает тебе? Ну давайте, чё, вообще. Сотворище. Не, ну ты в ноги-то дамаж.
стреляет только в пушку сама. Ее только пусти. Ты пушку. Почти слился. Да, я заметил. Да ты пушка! Харизм гонят! Он не пушка, он шарик. Ну, еще раз чуть не слил, да? Ну, там, в принципе, подкат был, там это менее было опасно, чем в тот раз. Кстати, мне кажется, что шарик вообще не бьет. В смысле? Вообще никак. Корпус его не дамажит. Корпус дамажится только тогда, когда у него не останется ног. Да меня не дамажит корпус, в смысле. А-а-а, ну, по-моему, так и есть. То только нога. Ну, видишь, я трижды уже проходил через корпус. Ну, это, кстати, довольно тупо. Ну, хотя бы он должен быть осязаемым. Вот здесь надо слиться, обязательно. Чёрт, я хочу здесь слиться. Можно сюда, ну, пожалуйста? Не, ну это же изич. Не, ну пожалуйста, ну я хочу. Нет, ты ещё профессора должен протащить меня через профессора. Чё, с пульками, с дэшкой, с профессором? Ну если ты жизнь это получишь, я, естественно, отберу. Ну конечно, забирай хоть 10. Ты должен бессмертие тащить. Чё, профессор бессмертие? Ой, да это же... Это же нереально. Ха-ха-ха. Чё там, Снап, давай заказывай. Я Д включаю или тащу с пульками? Да включай Д, чего пендуется. Да нет, я хочу как Снап. Снап, вот что скажешь, что и будет. Сашка или с Дэшкой? Включай там паузу, если хочешь ответа, что будет. Не хочу ждать ответа. Я прочитаю, не отвлекайся. Да чё тут отвлекаться? Вообще по боку танцую. Да я же нажал подкат! Я же жал! Я нажал просто подкат, я вам гарантирую, просто нажал подкат. Я видел, куда он бежит, я знал, что он сделает. Подкат бы меня спас. А, что, мы сразу с профессором начали? Да. А чё за изи-то? Изи-кор. Ну тут, короче, фишка в том, что если ты, короче, новичок, тебе очень трудно убить профессора с пулей. Потому что он просто толстый. Он не толстый, он... Ты не попадаешь. Он ядрить какой толстый. То есть мне будет тяжело сейчас его убить? Да. Короче, тактика, вообще не прыгай. А, почему? Ох, вот этот трульный момент. Заметь, прямо из потолка пришло. Мне тяжело тут из-за второго перса, короче. А мне, да мне тут вообще, я еще чат читал, и Волк же. И я еще игру должен удалить, доту. Да. Походу раз 20. Все, сейчас изич пойдет. Короче, фишка вот этого кольца, оно... Не, честно, вот хорошо, что мы с Костабрико не пошли по этой концовке. Я бы тут просто офигевал. Удаляй. Короче, смотри, фишка этого кольца одного наводящегося. Оно будет наводиться до тех пор, пока не упрется в стену. И чего? Ну это просто тактика. То есть, пока ты будешь там прыгать, и оно не утыкается в стену, оно будет за тобой летать. То есть тут не шаги от него это делает кольцо, а именно летает за нами. Но упираясь в стенку, оно исчезает. И как Снап опять-таки сказал, есть трудный момент, когда он улетает вверх и возвращается. Казалось бы, вверху потолок, но оно все равно возвращается. Это, пожалуй, самый трудный момент. Так, надо его прогнать до этого состояния вообще. О, он больше проходит. Слушай, давай завязывай там. Кто? Домино. Домино больше проходит? Да, сейчас только кто в чат написал. Чёркнул. Я же его спросил, ты будешь больше проходить? Нет. И этот будет. А чёрт. Я думал, он уже у Полина на сегодня хакнул, и все, достаточно. Блин. Так он же завтра не работает, какого фига ты? Ну я слышу, что он на работу, но... Короче, он мне поначалу сказал, я, наверное, пойду это больше. Я такой, ну давай, я приду посмотреть. Посмотри, почти бессмертие ездит вообще. Бери, Илья. Мне нафиг не нужно. Ну, давай я возьму. Вот. А потом говорит, нет, сейчас будет Джокин, короче, приходить на него. Ну, блин, Домино, мы хотя бы эту концовку сейчас затащим по-любому.
Давай тогда это затащим и все. Ну давай, давай, сейчас пойдем к тебе, не боись. Мы уже последний да, босс да, тем да. более. Придем, придем, все, сейчас. Сейчас тут тысяч остался последний. Зато. Сейчас Тор сольется, как обычно, по боссе. 1-2, и короче Тор сливается. Это знаешь, отсчет до слива Тора и осталось. 3-2-1. Бился. А, это же не робот тебе, да? Нет, это только робот может, он привык робот. А, я вообще про это забыл, вот да. Софткорич, а. Давай уже голова быстрее болеет. Да что ты? Короче! Пацаны, берем Ашку. Все. Там, вот. Я не помню, кого обучал хвоста. А, да, хвоста вот здесь стоять. Ну что ты делаешь? Стреляй в эту сторону. Ой. А я чат читал. Спасибо огромное. Шмяк, 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 шмяк. Ну тут чисто рандомик. Рандом. Я выжил. Подкат. Сразу вправо, а потом делаем подкат. Когда? Сейчас. Нет, ближе. Да. Сказал брать? Ближе. Конечно. Шмяк, 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 шмяк. Все. Затащишь. Затащишь, нет? Затащишь. По-любому затащишь. Ну, с Коставриком это бы не считалось. Мы же должны последнего босса вместе убить. Но с тобой считается. Так как все равно ты протаскиваешь меня. Да вот этого бы слить, пожалуйста. Ну да, третьего да там негде сливаться на третьем. А вот это да, это такой самый здесь жесткий. Все. Пушка, он специально так сделал. Я молчу. А вы опять профессора убиваем? Нет, по-моему. По-моему, да. Нет, тут два чекпоинта на уровне. Бери. Хотя ты им что-то не пользуешься. На помойку выкинуть эту Б, она нифига не дамажит. Я просто дамажит. Тоже не буду пользоваться, так что я... Не знаю, я бы эту пасть с Бэшки валил, честно. Которая там тарам делает. Ну у него это какое-то вообще оружие говяных боссов. Я вот и всегда не понимал, вот то, что он себе какую-то там силу, да, вот это нарастил, это связано с штукой на стене или нет? Вот меня всегда это интересовало. Ну, по-моему, не... да. Ну, вроде да, но это очень неочевидно, он как-то к ней не контактирует. Ну, это типа этот, как его, сердце, аккумулятор. Ну, никто вообще не видел этого позора. Я вам гарантирую. Ай-яй-яй-яй. У вас в этот момент отключился интернет, экран, я не знаю, что. Ух ты, я без смерти вообще, отлично. Наконец. Ну, это не босс, а запомнил только фазу, так что... Сейчас-то тут шмяк-шмяк будет. Ну да, тут самая, кстати, трольная фаза. Но стрелять буду пульками. Ядрю я эту Б. Она вообще не дамажит никакой. Пилюли, блин. Вот это хорош. Ну так же стоим, короче. Угу. Последнюю фазу, короче, надо делать от вот того этого штекера или как его нужно. Вот, вот здесь, вот, вот. Какую последнюю фазу? Третью? Не, я третью. Не, вот слева. Этот подкат. А. Да третья там вообще тут делать. Я там углу лежу сюда. Там в третьей что-то делать надо. Как я слился? Я же подкат делал. Я же нажал. Да. А что, серьезно? Воу. Ну жал же. Я понял. Причем я так посмотрю, подкат-то получился, только оказывается почему-то подкат-то Рей сделал, оказывается. О, всем. Мэри, даже вдвоем походу затащим, если сейчас тут не будет кого-то мега слива. Дамаж, 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 не хари. Дамаж. Ну короче, там пули, три экономим. Раза бегать. Раз, два. И три, все, хары. А я буду стоять, пускай не заденет. Не заденет? Заденет, может задеть. Раз. Ну, я не знаю, робота вроде не задевало, но... О, все. У меня даже две жизни. На тебе, на. На тебе топтать. Че тут сна проходить? Изич.
Короче, все, удаляй и идем к Фебле Домино смотреть Боши Тайм. Да, в общем, всем спасибо. Тович откланивается. Да, давай все. Сюда, короче, у Домино встретимся. Да ладно, все, всем пока.